Лети за монстр-траком и выясни, куда Бумер забрал робопса и машины. Есть, Райдер! Горка готова! Держитесь крепче, капитан Палтос! Корабль снова в заливе, где ему и место. Браво, патруль на колесах. Рада стараться, капитан. Скай вызывает Райдера. Ты нашла пропавшие машины? Да, их было сложно не заметить. Как там робопес? Сейчас проверю. Очки! Он цел, но еще заряжается. А вот Бумера нигде нет. Я здесь! Ха-ха-ха! Спасибо, спасибо. Приберегите аплодисменты до финала шоу. Через минуту я скачусь по этой рампе, запрыгну на вершину башни и расплющу все эти машины. Скорей, нужно остановить Бумера. Рокси, Гонщик, вы и ваши монстр-траки нужны в пустыне. Принято, Райдер. Мы сейчас. Скай, ты можешь вытащить робопса из патрулевоза? Будет сделано, Райдер. Робопёс, просыпайся! Эй, лапы прочь от башни! Эти машины останутся здесь! Ой! Спасибо, спасибо большое! Так-то лучше. Но мне нужны настоящие фанаты, скандирующие мое имя. Эй, Тим! А? Тоже сойдет. Что ты делаешь? Я мэр Хамдингер, и ты крушишь мой прекрасный город! И даже мою мэрию! Прекрасный? Мы думали, он заброшен. Заброшен? Ты такой же грубиян, как тот щенок на фиолетовой тарахтелке. Кто, Рокси? Она самая! О, если людям нужны трюки, они должны увидеть меня здесь! Хм. А, у меня есть идея! Что если мы объединимся? Да, согласен. Устроим шоу. Хами-мама так изумится, что забудет об этой Рокси. Как я выгляжу? Дерзко, да? Монстр-трак, да. А вы? Я даже не знаю. Да и не важно. Повторим план. Хм. Сначала я выманю Рокси из бухты приключений, а ты приведешь всех поклонников монстр-траков сюда, и мы устроим шоу, которое всех поразит. Особенно Хами-маму. Ха, все верно. Операция Бумдингер начинается. Бумдингер? Это операция Хам-бумер. Да! Рокси, ты готова снова танцевать с робопсом? Конечно, крепыш! Робопёс! Райдер, нам нужна ваша помощь! Все наши машины пропали! Пропали? Да, мы не знаем, укатились ли они сами или... Или их кто-то угнал! Райдер, смотри, патрулевоза тоже нет! Ой-ой, робопёс был внутри, на подзарядке! Капитан Палтус, неужели вашу Камбалу тоже угнали? Боюсь, что так. Ее угоняют прямо сейчас. Это Бумер! Лодку на колесах так легко укатить. Спасибо, спасибо. Так и было задумано. Фрэнк, у нас уже достаточно машин и фургонов. Бросаем лодку и сматываемся! Стойте! Не бросайте меня одного в столь шатком положении! Не волнуйтесь, друзья! Ведь отважным щенкам все-все по зубам! Ха-ха-ха!
Здравствуйте, мэр Гудвей. Циполетта в безопасности. Прекрасно, но у меня плохая новость. Бумер увозит мэрию. Бумер увозит мэрию? И два других здания. Смотри, он тащит всех к месту своего шоу «Фоги Боттом». Не волнуйтесь, мэр, помощь уже в пути. Крепыш Рокки Маршалл, по монстр-тракам и встретимся в бухте приключений. Все остальные в Фогги Боттом. Бумер планирует что-то грандиозное, мы должны его остановить. Если я проедусь по зданиям, то все, кто внутри, поучаствуют в моем шоу. Крутая идея. Да, это лучше, чем место в первом ряду. Что это за звук? Лимонад? Простите, он кончился. Здравствуйте, мистер Партер! А? Крепыш, лови стакан! Есть! Круто! Да! Суперэкстремально! О, я облился! Если трещина станет больше, весь город затопит! И тогда везде будет мокро! Нужно ее залатать! Я справлюсь! Большой лист металла, немножечко клея. И должно сработать. Молодец, Рокки! А теперь вперед! У Бумера еще два здания. Только представь, Фрэнк, мой монстр-трак проносится над крышей мэрии. Эпично, да? Ничего, Кайли. Дверь просто... немного застряла! О, мы остановились! А? И ладно, осталось самое высокое. О, надеюсь, поезд не поедет. Рокси впервые танцует гав-гав-буги и уже всех обыгрывает! Ты танцевальная машина, Рокси! Кто здесь танцевальная машина? Так это робот-пёс! Да, вот так! Ничья? Спасибо за игру, робот-пёс! Кажется, робопёс хочет реванша. Не знаю, робопёс, ты выглядишь утанцованным. Отдохни в патрулевозе и подзаряди батарейки. Хорошая идея. Моим лапам тоже подзарядка нужна. Пока, робопёс. Рокси отлично справляется. Нужно только проехать через эту петлю. Фрэнк, ты знаешь, что делать. Странно, кажется, его монстр-трак протекает. Не протекает, а жульничает. Это масло для скольжения. Сейчас я проеду петлю. Жесткое приземление, но она цела. Верно, Рон. Похоже, у нас беда, беда, беда. Смотрите. Рокки, попробуй помочь Рокси своим подъемником. Есть. Спасибо, что подбросил. Но нужно поймать шины. Ты без передних колес. Страшно, страшно, страшно! Щенячий патруль! На базу монстр-траков! Райдер зовет!
Осторожно! Я не знал, что это будет миссия под прикрытием. Щенячий патруль ждет твоей команды, Райдер. Щенки, Бумер спровоцировал опасный обвал на горе Джейка. Нам нужно проследить, чтобы камни никому и ничему не навредили. Для этой миссии мне нужен Зума. Спасательными кругами ты защитишь мишек и отобьешь булыжники, чтобы они не разбили лед. Рассекай! И Крепыш. Своим монстр-траком ты защитишь дядю Отиса и его хижину. Долг зовет монстр-трак Крепыша вперед! Всем остальным быть наготове! Если что-то пойдет не так, нам понадобятся все монстр-траки. Отлично! Отряд на колесах к делу готов! Защитить медведей. Круги! Ух, все хорошо, Райдер. Медвежатам нравится прыгать. Крепыш, сгреби ковшом как можно больше снега к хижине дяди Отиса. Сейчас, Райдер. Вы спасли мой дом! Но кто же спасет бобров? Смело, за дело! Да, идет вам! Моя очередь! Ваф, водомет! Отлично, патруль на колесах. Эти камни нам не... А? Ой-ой! Я не подведу, Райдер. Рокки, лови! Спасибо. Белоснежная улыбка. Thank you.
они! Капитан Палтус, Франсуа, мы здесь! Как быстро вы примчались на помощь через груды камней! Я поаплодировал бы вашему появлению, но мои руки заняты сталактитом! Я вас сейчас мигом спущу! Лоп! Лестница! Скорее, маршал, выступ может долго не выдержать! Быстрее, залезайте! Ой-ой! Держитесь, Франсуа! Капитан Палтус, вы целы? Я вовремя запрыгнул на лестницу. О, Секир! На помощь! Долг зовет, крепыш, вперед! Прыгайте, Франсуа! Мерси, крепыш! Ты меня ловко поймал! Бумер, погоди! Нет! Прости, Райдер! Бумер снова меня отрезал. Ничего, Рокси, мы его остановим. Ой-ой, похоже, Бумер собирается сделать кафе плоским, как... Панкейк. О! Гонщик, сбей Бумера с крыши! Гав, мяч и мед! Спасибо, спасибо! Это был классный трюк! Спасибо, что спасли кафе патруль на колесах. Но меня беспокоят эти рельсы. Они не нужны поезду. Скай, предупреди поезд, что пути сломаны! Поздно, Райдер! Поломка посреди моста, и поезд уже мчится к нему! О, нет! О, надеюсь, работает! Отлично! Вот это трюк! Ваф, вода, мед! Да, Цыпалетто, патруль на колесах великолепен. Нужно попросить их снять твою статую с... опасной груды машин! Цыпалетто! Держи шлем крепче, Фрэнк. Мы раскидаем машины. Рокси, нужно их оттуда спустить. Вперед! Держитесь, мэр! Зума, давай! Круги! Едва спаслись. Поблагодарим патруль на колесах. Ю-ху! Маршал, сдвинь мэра с помощью водометов! Ваф! Водометы! Эй, осторожней! У меня чувствительная кожа. Зума, мэру Хангингеру нужна мягкая посадка. Я сейчас! Ваф! Посадочный мат! Не могу смотреть! Как больно! Я построю спа для синяков Соги Фоги Боттом! Я мигом уберу камни с дороги, Райдер! Тематический парк тоже будет не лишним! О, я назову его Дингерленд! Что? Кто-то хочет утащить мой флаг? О, даже не думай! А ну, вернись, клешнявый воришка флагов! Яма на моем острове? Ха, я этого не одобрял! И эти яйца! Хотя я не отказался бы от омлета. Когда будем уплывать, я верну все камни на место. Правильно, крепыш! Нельзя изменять среду обитания черепах. Так, а где мэр Хамдингер? На помощь! Он там! Вперед,
Черепахинки! Похоже на яму, где черепахи откладывают яйца. А? Оу, маме черепахи не понравится, что мэр Хамдингер у нее в гнезде. Крепыш, вези кран. Так точно. Держитесь, мэр, мы вас вытащим. Скорее, мэр. О, нет, этой ходячей горе не нравятся мэры. Вытащите меня отсюда. Спасибо, что выручили меня, щенячий патруль. Быть рядом с этой огромной черепахой довольно унизительно. Без проблем, мэр. Если снова где-то погрязнете, только свистните. Щенячий патруль на базу замка! Маршал, осторожно! Теперь я король падений. Спасибо, что поспешили. Клык захватил двух дракончиков. И мы должны их спасти. Но нужно быть осторожными. Ведь мама-дракон тоже их ищет. Для этой миссии мне понадобится Гончик, с помощью драконьего мегафона ты поговоришь с Клыком и велишь остановиться. Смело за рыцарское дело. И Скай, своими клешнями ты возьмешь маршмеллоу, чтобы выманить дракончиков из тележки. Щенки-рыцари рождены летать! Отлично! Отважные рыцари к делу готовы! Хорошо, что вы здесь. Этот хорек не умеет водить. И он сейчас врежется в бревно. Гончик, я вижу. Гав, мячемет. Молодец, Гончик. Теперь попробуем затормозить Фрэнка. Гав, мегафон. Все будет хорошо, Фрэнк. Тебе надо просто нажать на педаль тормоза. Хороший хорек! О, Фрэнк нажимает на все подряд. Это экстремально склизко. Фрэнк, я ничего не вижу! На помощь! А, мой монстр-трак! Разделимся. Гончик за Дэнни и Фрэнком. Я за подкреплением. Маршал, помоги Гончику остановить Дэнни и Фрэнка. Рокси, мы с тобой поедем за монстр-траком. Маршал, нам не остановить Дэнни, пока работают двигатели. Я могу потушить их своими водометами. Но нужно торопиться. Они несутся к обрыву. Он сказал к обрыву? Ваф, водометы! Готовься, целься, туши! Стоп! Мы остановились? Гав,
лебедка. Поймал! Ух ты! Это было экстремально опасно! Он потерял управление! Скай, ты видишь, в чем дело? Визор! В фиксаторе крыла застряла ветка! Теперь фиксатор сломался! Надо его починить! Починим! Скай, подними Рокки! Принято! Рокки, возьми ключ и закрути фиксатор! Пришло время воздушной динамиссии! Я готов действовать, Скай! Уф, крюк! О, так вот каково быть птеродактилем! Ладно, медленно подноси меня, Скай! Держись, Рокки! Ой, дерево! Ух, спасибо, великан! Итак, я подлетаю! Аккуратно. Есть! Осталось две. Рокки, поторопись. Там впереди разъяренный тиранозавр. Тиранозавр? Давай, Рокки, ты сможешь. Готово. Вернулась уверенность. Спасибо за невероятную помощь, щенячий патруль. Всегда пожалуйста. Если птеродактиль снова попадет в беду, только свистните. Смотрите, как летит. Кстати, о полетах. Я увожу Мяу-Мяу в пустыню, подальше от города. Встретимся там! Я съем твой мотоцикл! Нужно проехать здесь, чтобы попасть в пустыню. Мяу! Ускорители! Скорость гепарда! Мяу-мяу-мяу-мяу! Сюда! Может, получится загнать Мяу-Мяу в старую шахту? Кошкам нравится темнота и уют. Точно! Он так долго за нами гонялся, что наверняка истратил всю силу. Ему нужно вздремнуть. Стоит попробовать. Бросок тигра! Сила когтей! Но там так хорошо и уютно. Пора вздремнуть. Отличная идея, Рори. Все кошки любят хорошо поспать. О? Откуда здесь Мэрия? Настоящий пират!
Откуда взялся этот огромный стакан? Ой, он взялся из ниоткуда? О, морские звезды! Коварное устройство испаряет здание бухты приключений! О, нет, кузен, impossible! Они не могут просто испариться! Пип-пип, берегись, тяжелый груз! Здесь нет дверей, мы в западне. Рокки, ты можешь найти выход рентгеновским сканером? Мой сканер показывает тайный проход за этой каменной плитой. И, похоже, от него ведет веревка к переключателю на стене. Вы его видите, трекер? Си, это должно быть он. Гав, тросы! Нужно уводить их отсюда. Молли, Хэппи, Гром, бежим. Ну уж, все хорошо, за мной. О, туннель заблокирован. Мы сейчас будем, трекер. Крепыш, Маршал, готовьтесь к запуску. Крепыш, очисти туннель! Маршал, готовь водометы, чтобы сделать скользкую горку! Поможем слонам выбраться отсюда! Трекер, надо закрепить твои тросы между каменной плитой и буксирным крюком патрулевоза! Будет сделано, Райдер! Оп, тросы! Теперь заманим наших друзей на плиту! Ну же, ловите банан! Маршал, залей пол туннеля водой. Робопес, поставь патрулевоз на задний ход и отъезжай. Фу, едва успели. О, нет, это же понарошку. Ладно, это по правде. Итак, Скай, ты должна подлететь к самолету и опустить упряжку перед боковой дверью. Поняла? Марк Амдингер, хватайте упряжку! Не могу дотянуться, подлети ближе! Кончик, будь внизу и готовься подставить сеть, если он упадет. Я за ним! Или точнее, под ним, Райдер! Скорей, мэр Хамдингер! Самолет сейчас врежется в дерево! Получилось! Вы спасли меня! А теперь немедленно опустите! О, побрый Манита, бедная обезьянка. Он так скучает по своей игрушке. О, я тоже счастлив вас видеть, мои пушистые комочки. Вот так лучше. Теперь уматываем из джунглей, пока этот огромный монстр не нашел меня. Ах, большой лохматик просто хочет найти свою игрушку. Может, сделаем ему новую? Так, что это ты делаешь? Я делаю ваше чучело. Отличная идея, Рокки. А вот голова. Скорее, цилиндр. А, вот, берите. Только не подпускайте ко мне обезьяну. Люблю чаепитие. А кто не любит хорошее чаепитие? Я? С меня довольно чая.
Но спасибо, что спасли, щенячий патруль. Пожалуйста, если станете игрушкой гигантской обезьяны, только свистните. Открывайте, котятки! Ой, надо попробовать под другим углом. Ну вот, смотрите, что вы натворили. Бей ее, если хочешь. Только не забирай меня. Котятки, впустите меня. Скорей. Она пропала. Волшебная раковина. Это точно, мэр Хандингер. Райдер, мой дрон засек активность. Приблизь. Я нашла механическую акулу мэра Хандингера. И еще здесь настоящая акула. Сейчас будем. Кажется, настоящая акуле просто любопытно механическая. Гончик, вымани ее на своей лодке. Легко. Я никогда раньше не играл с настоящей акулой. Райдер, сними ее с меня! Мэр Хамдингер, мы не хотим повредить волшебную раковину. Я попробую ее пощекотать, чтобы она открылась, Райдер. Пузыри мед! Эй, она моя! Простите, мэр Хамдингер, но она принадлежит рыбопсам. И она останется с остальными жемчужинами Лапландиды. А Райдеру и его щенкам никогда не надоест поступать правильно. Молодец, Гончик. Крепыш, как дела со статуей короля рыбопсов? Она как новенькая, Райдер. Спасибо, Крепыш. И спасибо вам, Райдер и акващенки, что спасли нашу волшебную раковину. Пожалуйста, если волшебная раковина вдруг исчезнет, только свистните. Мимо! Из альдейна к доме катится слишком быстро. Райдер, что там за лохматый лыжник на подъемнике? Это не лыжник, это медведь! Скай, сними его, пока он не упал! Есть, Райдер! Разложить грузовик! Упряжка! Я держу тебя, Мишка! Схватить дом будет очень непросто. Ты сможешь, Эл. Ты лучше всех ездишь по льду. Уже почти, мэр. Не шевелитесь. Не шевелиться? Ай, тебе легко говорить. Ой. Привет, Райдер. Мы добрались до пляжа. Как ваши дела? Это же трамплин! Ты сказал трамплин? Я тебе перезвоню, Джейк. После такого отпуска мне понадобится еще один. О нет, домик Джейка и Эверест разобьются в смятку. Эл, попробуй его поймать. Пришло время трехзначных чисел, что значит ехать очень быстро. Бывало и хуже, кажется. Почти! Не хлопают? Это я рассекал горы в доме на сноубордах. Внизу что-то шевелится. Да, мы нашли его.
оказался? Привет, Гончик! Все нормально? Привет, Райдер! С виду нормально, но крепыш издает странные звуки. Может, время в космосе повлияло на его голос? Дома он придет в норму. О-о, тебе зажало лапу. Я помогу. Пап, клешня! Гав, сядь. Запрыгивай, крепыш. Райдер, ты меня слышишь? Это крепыш. Райдер, щенки, на помощь! Ой-ой! Смотрите, это крепыш! Ха! Но если крепыш там, то... ты не крепыш? Это не крепыш! Он инопланетный! У крепыша есть двойник! Ух ты, крепышей целых два! Ребята, вы меня слышите? Мне нужна помощь! Значит, крепыш все еще там! Нужно его спасти и быстро! Скай, подлети и закрепи тарелку! Космические щенки рождены летать! Рокки, Гончик, Зума, помогите крепышу выбраться из тарелки! Есть! Как я рад тебя видеть! И я рада видеть настоящего тебя! Рокки, Гончик, Зума, вы все здесь! И готовы помочь! Ап! Клешня! Оп, сядь! Запрыгивай! Ю-ху! Одно очко таинственному рыцарю. Вперед, таинственный рыцарь! Да! Осторожно! Арбалет! Еще очко таинственному рыцарю. Отлично, мистер рыцарь! Таинственный рыцарь не победит, ведь я повредил веревку одного из мешков. Веревка порвана! Ух ты! Смотрите, как крутится! Но мешок отлетел! Это не по правилам! О нет! Клыка сейчас прибьет! Я этого не допущу! Катапульта! Ваше Эрличество! Веревка была цела, когда щенки проверяли площадку! Клык был последним рядом с мешком. Это был он. Это не важно. Абсолютный победитель... Таинственный рыцарь. Да! Супер! Вы были великолепны, таинственный рыцарь. Пожалуйста, покажите себя. Принцесса! Сюрприз! Под шлемом была я. Спасибо, Райдер и отважные рыцари, что спасли турнир. Пожалуйста, ваше высочество, если подлый рыцарь испортит ваш день, только свистните. Я с радостью загоню этих щенков. Привет. Привет, котик. Опять этот кот! Ускоряйся! У-ху! Поднажмите, пёсики! Вперед, Гаскин! Ему не догнать нас обоих! Райдер, они разделились! Я еду за Гаскин, но не знаю, у кого из них маска! Спасибо, дикий кот! Тень, Гончик, нужно ехать за Дуэйном и покрышом! Очень быстрые, но если отвлечься...
летчих, мы их догоним. У меня есть вкусняшки. Гончик, твой мечемет до них достанет? Еще бы. Да, мечемет. Щенячьи вкусняшки! Сейчас не время для перекуса, Дуэйн. Маска у меня, и ты меня не догонишь! Ой-ой! Нет! Хитрюга. То есть, это была уловка. Счастливо оставаться, Гаски. Мне нужно догнать настоящую маску. Покрыш, осторожно, там обрыв. Обрыв? Какой обрыв? Мяу! Взмах хвостом! Все молодцы. Вы спасли покрыша и маску. Надеюсь, ему понравятся вкусняшки. Спасибо, Скай, я чуть не попалась. Молодцы, щенки. А теперь не спускайте глаз с динозаврика. Смотри, Тимми, твой папа. Все хорошо, он пришел спасти своего сына. Вот только кажется, от нас. Скорей, Рекс, скажи, что мы помогаем. Он не слышит меня в таком шуме. О, ничего, Тимми, с папой все будет хорошо. Райдер, растения его окружили. И это хищное растение хочет его схватить. Скай! Убери от него растение крюком! Поняла, Райдер! Аф! Крюк! Я едва могу его удерживать! Нужно что-то делать! У меня идея! Помнишь, как Маршал не удержал мяч, потому что его щекотала бабочка? Да, Райдер, но разве растения боятся щекотки? Есть лишь один способ узнать. О! Дина Клешня! Пути-пути-пу! Получается! Давай, Рекс! Значит, спасибо. Итак, щенки, нужно попытаться его замедлить, чтобы выключить двигатель. Но нам понадобится большая мощность. Да! Мы постараемся. Я знаю, кто поможет нам с мощностью. Что ты им сказала, кузина? Я сказала, что нам нужна помощь всех их друзей. Ух ты, как много друзей! И они все хотят помочь! Да, но что они будут делать? Увидишь! Сначала все плывите вперед, патрули кита! Ух ты, Коралл, это было круто! Или точнее, аквастически! Ну уже, нужно больше скорости! О, вот где вкусняшки! Щенки, он замедлился! Можем добраться до двигателя! Отлично, я открою люк! Раф! Пылесос! Я нажму на кнопку! Оф! Мяч-мяч! Молодцы!
Крепыш, помоги рыбопсу внутри! Конечно! О! Клешня! О-о, открой рот! Ладно, Моби, дальше мы сами. Моби! Хорошая новость! Я наконец-то нашел вкусняшки! Рокки, забери цыплят в безопасное место, а я еду к ущелью! Прошу, я слишком красив, чтобы погибнуть! Скай, отвлеки орла! Орла? Ладно, давай, Скай, ты сможешь! Эй, большой страшный орел, я здесь! Ты не такой уж и страшный! Гончик, опусти лебедку, чтобы мэр Хамфингер смог забраться! Сейчас! Вов, лебедка! О-о-о! Знаю, знаю! А? Вы издеваетесь? Еще один! Не волнуйтесь, мы найдем малышам хороший дом. А, я возвращаюсь в Фоггиботом! Забудьте, Мляддингер! Райдер! Одного цыпленка не хватает! Ты прав, Рокки! Где он? Райдер, смотри! Над ущельем! Я его достану. Постой, Гончик! Эта ветка может под тобой сломаться. Ох, курочка, вот бы знать, как тебя подбодрить. Мама не может видеть тебя такой грустной. Надо же, это Гончик. Посмотрим, в чем дело. Райдер, Гончик, что случилось? Надо спасти этого цыпленка. Цыпленка, нет! Вернись в машину, там опасно. Стой, курочка, упадешь! О, Цыпалетка! Попался? Ты в безопасности. О, Цыпалета теперь спасатель. Классная доска, Рокки! И шлем тоже милый! Итак, Беттина, залезай на сноуборд. Одному копыту. Прежде чем спускаться с горы, я дам тебе урок. Только помни, передние лапы, то есть копыта, держат твой вес. А крутя плечами, ты сможешь поворачивать сноуборд в нужную сторону. Поняла? Отлично! У тебя все получится! Райдер, судя по прогнозу погоды, надвигается еще большая буря. Скорее спускайтесь с горы! Спасибо, Джейк! Эверест, вы уже готовы начинать? Готовы как никогда, Райдер! Вы с щенками съезжаете с горы, а мы за вами! Понял! Удачи! Итак, Беттина, готовься к экстриму! Я помогу! Полный вперед! Вот так, Беттина! Переноси вес, крути плечами! Отлично, Беттина! Ой-ой! Райдер, мы едем прямо в большой овраг! Положитесь на нас! Крепыш, используй ковш как снегоочиститель и построй здесь рампу! Легче снежинки, Райдер! Готовься, Беттина! Скорее, Крепыш, они приближаются! Ну же, Крепыш, ты сможешь! Не идеально, но готово! Молодец, Крепыш! Теперь уйди с дороги! Ты справилась, Беттина! Ты настоящая сноубордистка! Дай копыта! Он направляется прямо к каньону! Если упустим его в лабиринте, то можем больше не найти! Я буду у него на хвосте! О-о-о-о!
Помогите! Гав-гав! Помогите! О, нет! Он запустил поисково-спасательные дроны! Осторожней, Скай! О, я не смогу его развернуть, если он будет преграждать мне путь! Ты должна его обогнать! Здесь есть проход, по которому можно срезать. Хотя он узкий. Скай, все нормально? Здесь тесно, но я должна его опередить. Ай! Мэр Хамдингер, за мной! Я помогу вам вывести вертолет из каньона и посадить его. Мэр Хамдингер, стойте! Райдер, мэр Хамдингер вылетел из каньона и возвращается к Гермиюме. Отличная работа, Скай, но нам нужно его опустить. Я справлюсь. Мы будем готовы. Крепыш, Рокки, Зума, готовьте зону экстренной посадки. Есть, точно. Сейчас. Если я отпущу рычаг, то потеряю управление! Прототип вверх! Замедление и поворот! Парение и посадка! Выключить двигатель! Молодец! Мои уши говорят, что это... гигантская мышь? Нет, Лео, это маленькая обезьянка. Нужно торопиться и берегись ловушек. Ой, вот бедняжка. Не волнуйся, Амиго, мы снимем с тебя камень. Да, сила льва! Ой. О, какой ты сильный, Лео! Спасибо, с обезьянкой все хорошо? Похоже, она не может идти. Мы тебя подбросим, Амиго, залезай! Итак, Лео, веди нас к выходу. Что, в чем дело? Это мышь? Мышь! Мышь! О-о-о! Ловушка! Раз! Ой! Держись, Амиго, обезьянка! Фух, едва не упали. Лео, ты цел? Да, ты можешь оттуда выбраться. Потолок слишком старый и хрупкий, чтобы зацепиться. Значит, мы в ловушке. Пора звонить Райдеру. Привет, трекер! Как ваше сафари? Пока хорошего мало, Райдер. Мы попали в ловушку и застряли в яме в храме королевы обезьян с раненой мордышкой. Мы сейчас будем отважным щенкам все-все по зубам! Щенячий патруль и котостая! Все в патрулевоз! Райдер зовет! Ой, маршмеллоу! Маршал, осторожно! Берегись! Вот она, сладость победы! Следы ведут в пещеру! Трэвис должно быть внутри! К счастью, прежде чем стать путешественником, я был в группе поддержки! Команда! Вперед! Трэвис! Ух ты! Щенячий патруль приехал за мной прямо на Марс! Я хотела вывести тебя на снегоходе, но не могу подъехать ближе. Он слишком тяжелый. Ав, клей! Все, заплатка готова. Райдер, я нашла Трэвиса в пещере. Привет!
Но ехать на снегоходе слишком опасно. Понял, Эверест, помощь уже в пути. Крепыш, чтобы спасти Трэвиса, нужен твой хаверборд. Долг зовет, Крепыш, вперед! Не бойтесь, пингвины, я вам помогу. За мной! Вот так! Скорей, Крепыш! Трэвис, ты там как? Щенячьим патрулем гораздо лучше. Не думал, что на Марсе такая сильная гравитация. На Марсе? Трэвис, мы не на Марсе. Хватайся за доску и держись. Молодцы, щенки! Все выбрались? О, нет! Похоже на моего маленького друга. Он остался внутри. Я его вытащу. Не бойся, я пришла помочь. Не пролезу. Но ты можешь. Грейфер! Выходи, малыш. Ура! Молодец, Эверест. Минди, ты дома? И как раз вовремя. Сдадим назад и подвинем аквариум поближе к воде. Райдер, это не так легко, как кажется. О, нет! Что же нам делать? У нас мало времени! Скай, лети к болоту. Помоги нам поднять Ламантина. Щенки рождены летать! Райдер, я вижу объект! Спасибо, что так быстро, Скай. Спусти трос в аквариум, а затем перенеси Минди через крокодилов в болото. Будет сделано! Это мы вовремя. Нет, Минди, не двигайся! А вы продолжайте спать. Она такая непоседа, Райдер! Гонщик, нужно держать Минди подальше от крокодилов. Я на шаг впереди тебя, Райдер. Вов, сядь! Ура! О, куда она исчезла? Ого, кажется, у нее новый друг. Пока, Минди, я буду скучать по тебе. Я жив, гран-мама. И смотри, я шарики надул в виде твоей любимой закуски в честь твоего возвращения. Она любит креветки больше, чем крабов. Чепуха. Креветки слишком креветочные. Но крабы слишком крабьи. Дети? Креветки сильно закручены. А крабы клешнями шевелят. Вот так. Дети! Дети! Ого! Скай, нам нужен твой гидроплан. Щенки рождены летать! Гав! 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 Знаешь, я что-то не понял. Как кто-то может считать, что тощие креветки вкуснее, чем толстые крабы? Нет! Как? Моя яхта затонула! Она не затонула. Это мы с тобой парим высоко в небе! Прости, Франсуа, не стоило критиковать твоих крабов. Я прошу прощения. Если мы останемся живы, я даю слово никогда больше с тобой не спорить. Согласен. Больше никаких споров. Ну-ка прочь, глупые чайки. Не прошу. Эти крабы не настоящие. Ну вот, Райдер, палтусы в поле зрения. Но вниз смогу переправить лишь одного. Я сделаю два рейса. Будешь первым, Орасио? Нет, ты, брат. Ты же помнишь, больше никаких споров. Уи-уи. Давай, Франсуа! Отличный прыжок, Франсуа! Скорее, Скай, пока жадные чайки не продырявили шарики. О, нет! Ай!
говорил, что креветки вкусней. Чайки подтвердили. Он такой. Всегда последнее слово за ним. Вовсе нет. Все щенки на палубу. Капитан Палтус падает и падает быстро. Его надо поймать. Одеяльце подойдет. Отличная мысль. Гончик, используй растяжки, это поможет. Понял. Вов, растяжки. Сюда, щенок, держи. Нужна еще помощь, ребята. Хорошо, что мы, палтусы, умеем говорить с животными. Ура! А? Мейнард? Мейнард, пожалуйста, дай мне телефон, чтобы я поговорила с Райдером. О, здравствуйте! Как проходит ваш дипланинг? Все вышло из-под контроля, Райдер. Маленький лохматик прыгнул на ветку и разбросал Тиллимера, Гудра и меня по всем джунглям. Я не знаю, где они. Не волнуйтесь, мисс Марджери. Мы сейчас будем отважным щенкам все-все по зубам. Щенячий патруль! Все в патрулевоз! Райдер зовет! Маршал, осторожно! Простите, я решил немного раскачаться. Щенячий патруль ждет твоей команды, Райдер. Спасибо, что поспешили. Маленький лохматик обезьяничал и случайно раскидал мэра Гудвей, мисс Марджери и бабушку Тилли по джунглям. О, нет. Ой. Для этой миссии мне нужен трекер. Ты будешь качаться над джунглями, чтобы слушать и искать запропавших зипланеров. Держу ухо востро. И маршал. Со своей лестницей ты поможешь им спуститься. Готов прийти на воп-воп-выручку! И, гонщик, нам нужна твоя сеть на случай, если они упадут. Смело за дело! Отлично! Отряд щенков к делу готов! Вперед, патруль! Гонщик, воп! Теперь заработал! Отвертка! И... мобильная клешня! Отличная работа, Рокки. Посмотрим, как дела у гонщика. Вов, разложить грузовик. Итак, нужно найти спутник. Вов, дрон. Прием, прием. Райдер вызывает гонщика. Где ты находишься? Где ты? Прием. Я на пляже, Райдер. Выслеживаю спутник. Я его нашел. Прием. Понял тебя. Замедли падение спутника с помощью дрона. Принял, Райдер. Как продвигается починка, Рокки? Здесь довольно сложные технологии. Мне нужно больше времени. Райдер вызывает Элла. Отправляйся в пустыню как можно скорее. Нужно спасти спутник и всю электронику. Все коммуникации бухты приключений зависят от нас. Как скажешь, Райдер. Активировать клешню. Прием, прием. Я ухватился за спутник, но он падает слишком быстро. Принял. Если сможешь направить спутник в пустыне, я знаю, как его спасти. Это тяжелый груз, но щенок-дальнобойщик справится. Снова в сети. Она ищет спутник, чтобы послать сигнал. Райдер. Спутник направляется к вам, но дрон долго не выдержит. Эл, твоя грузовая клешня должна будет поднять тяжелый груз. Принял, лечу со свистом. Это значит, я еду быстро.
Великолепно, Скай! А ты научишь меня трюкам? Хорошо, только после приземления. Идет! Тем более, что я уже проголодался. Пора перекусить. Ой, я стал легче и могу набрать высоту и скорость. Большую скорость! Мы за тобой! Эй, куда делись облака? Становится прохладно и темно. Ой, инопланетянин? О, нет! Значит, я уже в космосе! Дэнни, ты должен спуститься прямо сейчас! Скорее! Скай, я бы с радостью, но, кажется, мой парашют не согласен. А я суперотважный, Дэнни! Нет, не дергай так! Ой! Не шевелись, я починю упряжку! Кран! Щенячий патруль, нельзя терять ни секунды. Гончик, готовь сеть для посадки Дэнни. Вов, дело в надежных лапах. За работу! Вперед, вперед, вперед! Веселье официально кончилось. Руки, хватай Дэнни и постарайся замедлить падение. Хорошая мысль! Спасибо, но кто схватит тебя? Не переживай, нас замедлит мой реактивный ранец. Эй, что это там? Райдер, ура! Ну, Дэнни, теперь тебя поймают. Круто! Приготовиться? Это же воздушный батон! Держаться плотнее, это ослабит сеть. Есть! Ох! Итак, следующая станция – бухта приключений. Здесь становится тесновато. Зума, ты можешь спасти Джейка? Ныряй глубже. Скуба! Держись там, Джейк! Спасибо. Похоже на серфинг, только намного холоднее. Как держать? Свити хочет снова забрать трон. Вместе с этим бедным пингвином. Эверест, ты на сноуборде успеешь к пингвину. Я мига! Скорее, пингвин, прыгай! Хотя бы пингвин спасен от путешествия со Свити. Да, но эта злодейка снова улетает от нас с троном. Ненадолго. Твой пульт управления готов, Рокки? Да, он готов. Маршал, используй свою гидропушку, чтобы забросить прибор на патруль и лед. Оу, гидропушка! Твоя подача, маршал. Отлично, щенки! Рокки, а теперь верни наш патруль и лед. Вас понял, Райдер! Работает! Капитан Басби, вы летите не туда! Щенячий патруль что-то сделал. Ладно, я сама буду управлять. Боюсь, что нет, Свити. Операция К взяла патруль и лед под контроль. Ладно, ладно, я сдаюсь. Только прекратите меня крутить. Думаю, нам пора возвращаться в Гавкинбург. Кажется, я что-то слышу. Как будто к берегу движется большой корабль. О, нет, это пираты. А если это... Джек Скаловак! Нет! Это Райдер и щенячий патруль! Матео доставил послание! Ура! Да! Щенячий патруль! Эй, вижу! Похоже, они нам рады!
Так, Зума, надо проверить, нет ли в воде ловушек и расчистить путь к острову. Есть, капитан! Гав! 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 Зума! Гав! Гав! Ой-ой-ой, кажется, под водой что-то громыхает. Ой, о, ой, ловушки прямо по курсу. Робопес, задний ход, лево на борт. Фух, чуть не зацепили. Но сейчас наш корабль слишком далеко от берега. Мы должны обезвредить ловушки. Зума, переходи на подводный режим. Нырнем поглубже. Крепыш, заводи свой подводный кран. Долг зовет, Крепыш, вперед. Гав, 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 гав. Крепыш, гав, гав, гав. Капитан Райдер, тут целое поле ловушек. На все времени не хватит. А может и хватит, если мы сыграем в домино. Крепыш, ты будешь толкать стол ковшом. Зума, а ты потянешь его клещами. Есть, капитан. Жду отмашки, пират Крепыш. Полный вперед. Отплывай! Я-ха-ха! Расчищен путь! Расчищен путь! Гончик, попробуй найти следы Гав-Гав-Стаи своим дроном. Есть, Райдер! Гав! Дрон! Эти следы оставлены двумя мотоциклами. И, похоже, с коляской. Молодец, Тень. Это точно Гав-Гав-Стая. Значит, туда мы и едем. Дуэйн, смотри, куда едешь. О, лев знает мое имя. И он говорит совсем как Покрыш. Я говорю как Покрыш, потому что я Покрыш. О, привет, Покрыш. А где лев? Это всего лишь маска. Нужно залечь на дно, чтобы нас с ней не поймали. Отличный план! Хорошо, что я его придумал. Там нас точно никто не найдет. Конечно, заляжем на дно, поднявшись на самое видное место. О! Я вижу Гав-Гав-Стаю на скале. Тень, спрячем машины, чтобы нас не заметили. А потом я подкрадусь к ним и заберу маску. Мяу! Когти ягуара! Как мы разгромили их музей! Ха-ха, да! Я нашел наклейки. Моя маска! Как она сюда попала? О, клешня! Здесь кто-то есть! Скорей, Дуэйн, уходим! Гав-Гав-Стая! Гав-Гав-Стая! Я отпустила маску, чтобы спасти пса с наклейками. Ты поступила правильно, Тень. Отлично! Вот и Скай! Теперь все в безопасности, кроме... А где маршал? Райдер, я снаружи, но все хорошо. Я жду, когда покажутся Клык и Дракон, чтобы все исправить. Маршал, ты не обязан. То есть, это храбро, но... О, они прямо у моста! А теперь прожги дыру в мосту и штурмуй замок! О, нет, это слишком. О, нет! Дракон пытается прожечь себе путь. Друзья, спрячьтесь за отважных рыцарей.
Только истинный и величайший рыцарь Гафкинбурга может захватить этот замок. Что? Тебе лучше выключить воду, сэр Кап-Кап. Нет, я сэр Маршал. Я отважный рыцарь. Ха! Ты не рыцарь. Жар в небо! Эй, слезь с моего дракона! Маршал, мы уже едем! Маршал, прыгай! Мы тебя поймаем! Я не уйду, пока не верну зуб дракона! Жар, лети вверх тормашками! Я цел? Эй, хватит, довольно бананов, я сдаюсь. Вперед, гонщик. Осторожно. Нет! Прошу прощения. Ничего, я цел. О, это же нотная грамота. Гонщик, ты сказал, на скале ноты? Думаю, да. И раздавленные бананы. Вдруг это песня «Скаловага»? Если я рассмотрю ноты, я смогу сыграть конец песни. И разрушить чары. Свисток, пожалуйста. Конечно. Ух, трос. Будь осторожен! Оу! Обезьяны вернулись! Держись там! Мы тебя прикроем! Маршал, а ты попробуй сбить бананы с помощью водомета! Ну что, зайдем? Воу-воу! Водомет! Продолжай следопыт. Беру на себя. Кажется, получилось. Твоя песня обратила заклинание. Добро пожаловать в патрулевоз! Спасибо, Райдер, и вам, щенки! Робопес, пора везти этих двоих домой! Скай, отзовись! Похоже, я уже близко, Райдер! Подожди, сейчас осмотрюсь! Экран! У спутника погнута антенна! Мы должны ее починить! Как идут дела с трамплином? Один конец закреплен. Осталось еще три. Прекрасно! Так держать! Райдер, подлетаю к спутнику. Готовлюсь выпрямить антенну. Ты справишься, Скай! Турбины! Стыковка! Антенна в порядке. Молодец, Скай! Это последний конец. Хочешь испытать батут, крепыш? Еще бы не хотеть. Ух ты! 720 переворотов. Вот это батут так батут. Райдер, батут прошел испытание успешно. Чудесно, ребята! Возвращайтесь на патруль и лед! Специальный выпуск суперщена Аполло! Мы уже идем! Давай, привет!
Давай сюда, рыбопёс! Так, и где начинать бурить? Давай вон там! Молодец, Крепыш! Теперь Рокки! Сделай лунки большими, чтобы китенок мог в них вздохнуть! Пила! Ну, Эверест, а теперь твоим крюком вытащим кусок льда. Снег или лед, Эверест не подведет. Ап, ап. Крюк! Это отличная работа, Эверест. Следующую лунку надо бурить здесь. Вот это да! Это маленький кит! Такой милый! Тебе, наверное, было там так одиноко, да? Холодно! Глупый китенок! На меня не попал. Наверное, он знает, что я не люблю купаться. Приятно познакомиться! Ой-ой-ой! Что, малыш, мэр Хамдингер? Я должен признать, он довольно милый. Ты милый! Прости, малыш, но кокосового молока больше нет. Очень громко! Мои уши болят! Ну уже хватит, пожалуйста! Ой-ой-ой! Нужна помощь! Есть! Райдер, помоги! Мэр Хамдингер выпил молока из золотого кокоса и превратился в малыша. Ой-ой-ой! Он снова начинает! Что же мне делать? Надо превратить его обратно во взрослого! Ладно, малыш мэр. Мы поиграем тихо в саду, пока маршал не вернулся с золотым кокосом. Случилось с машинами. А где малыш? Вот же он! Трекер, поднимись-ка туда. Малыш Хамдингер! Нам пришлось собрать много кокосов, чтобы найти золотой. Надо положить его в надежное место. Ой, ой. Ого! О, нет! Осторожней, внизу! Ой, это ненадежное место. Трассы! Он хотел тебя обнять, Калли. Я перелил кокосовое молоко в детскую бутылочку. Спасибо. Вот, держи, малыш. Эй, кто додумался посадить меня в кроватку? О, так я буду названным дядей. Вот почему Оля отдает Валинде свою еду. Валинда скоро станет мамой. Как мило! Малыш-моржонок? Это же круто! Поэтому Оля и пропал. Он должен кормить Валинду. Ей нужно хорошо питаться, чтобы родить малыша. Оли, ты рад, что станешь папой?
кажется, что-то случилось. Смотрите, тот буй качает, его кто-то дергает. А где же Валинда? О, может, запуталась в цепи буйка? Вперед, Зума! Если она застряла, мы должны ей помочь. Давай, Уолли, веди нас к Валинде. Спасибо! Запомните, если проблема с боржом, мы на помощь придем! Капитан, как поживают Уолли с Валиндой? Хотел бы и я знать. Я эту парочку уже неделю не видел. Ау! Уолли, где же ты? Ну, наконец-то! Мы ужасно рады видеть вас двоих! То есть, видеть вас троих! Это самый милый малыш-моржонок в мире! Вот, держи! Ого, какой молодец! И вы все молодцы! Спасибо, что поспешили, мега-щенки. Котята мэра Хамдингера получили суперсилы. Котята с суперсилами? Одна только мысль об этом вызывает у меня суперчих. Они устроили переполох в каждом уголке бухты приключений. И только мега-щенки с могучими лапами смогут остановить их. В каждом уголке гонщик может развить суперскорость. Но как мы доберемся туда вовремя? На ваших новых мега-машинах, которые питаются от ваших суперсил. Здорово! Мегагончик, мне нужна твоя суперскорость и суперезда, чтобы поймать котенка и вернуть тунец мистеру Портеру с помощью сетки. Дело в моих меганадежных лапах. И мегакрепыш, мне нужна твоя суперсила и мегаковш, чтобы спустить Камбалу обратно на воду, а затем найти и вернуть коров фермера Элла на ферму. Долг зовет, мегакрепыш вперед. Наконец, мне нужна мегаскай. С помощью вихревого самолета вернешь капитану Палтусу его рыбу. Этот мега-щенок создан кружиться! Отлично! Отряд мега-щенков к делу готов! Может, ты быстр, как я, но у тебя точно нет такого! Видишь рыбу капитана Палтуса, Скай? Пока нет, Райдер! Но я нашла коров фермера Элла! Они на перекрестке! Крепыш, направляйся к перекрестку и останови суперкотенка! Понял! Отпусти этих коров на землю! Тогда я опущу свои мега-лапы на землю! Райдер, вижу рыбу капитана Палтуса! Приступаю! Ха-ха-ха!
Осторожно, Гром! Куидоду, не подходи близко! Гром, я иду! Сноуборд! Оп! Тросы! Эверест и Гром в этой пещере! Я найду их! Встретимся с вами внизу, у выхода из пещеры! Непременно, амиго! Машите! Машите! Да! Я в маске!
лучше. Точнее не скажешь. Вот так, никаких больше липких маршмеллоу. Пожалуйста, симпатяшки. Где ты, Жар? Жар, вытащи меня отсюда! Ну, спасибо. О, какие крошечные динозаврики! Да, милые, и отправляются фоги-ботом. Надо вернуть этих малышей к их мамам. Подождите, а где детеныш брахиозавра? О, там! Диноферма Фоги-Боттома, жди меня! Это похоже на еще одного большого динозавра. Мама брахиозавр, она намерена вернуть своего малыша. О, нет! Смотрите! О, малыш может упасть! Скай, взлети и доставь малыша к его маме! Будет сделано! Я тебе помогу, малыш! Держись! Упряжка! Как раз вовремя, Скай! Опускай немного пониже! Спокойно, я тебя спущу! Не волнуйтесь, мамочка! Мы вернем вам вашего малыша! Мэр Хамдингер схватил детеныша тираннозавра. Он бежит к туннелю. Надо его остановить. Гонщик, смело зади на дело. Почти у цели, малыш динозавр. Пассажир на борту. Посмотри наверх. Это яйцо Цыпалеты. Надо же, я буду бабушкой. О, да, я вижу его. Ха-ха-ха. Я буду крутиться, как яичница на сковороде. У-у-у! Смотри, чтобы оно не упало. Я вызову подмогу. Крепыш, нужно обеспечить мягкое приземление для яйца Цыпалеты. Я знаю, что делать. Долг зовет, Крепыш, вперед. Бабушка тебя спасет. Спускайся аккуратнее, дерзкий Дэнни Экс! Та-дам!
дети не умеют плавать. Я так думаю. Мистер Портер! А, здрасте, мэр Гудвик. О, нет, не могу смотреть. Упала, как на перину. О, спасибо, Крепыш. Цыпалета так переживала. О, посмотрите на его милые ножки. Такие миленькие, такие зелененькие. О, нет! Клешня! Поймал, наконец-то. О, я что-то вижу. Много маленьких что-то. А, это Джимми! Ну что это? Похоже на гнездо из яиц. Ну, кажется, наш Джимми на самом деле Дженни. О, это малютка! Крокодил? Это такая честь быть дедушкой. И почетной тетушкой. О, и племянницей тоже. Мерси боку, щенячий патруль от крокодильей семьи Франсуа. Не за что. Если вдруг яйцо сбежит, только свистните. Спасибо, щенки. Цирку грозит опасность. Раймундо потерял в пути малышку-бегемотиху. Нет. Надо ее найти. Мне понадобится... Скай, ты выследишь бегемотиху со своего вертолета. Небо зовет в полет! Гончик, твой мегафон нужен, чтобы привлечь ее. На ее языке. Ты это умеешь. Дело в надежных лапах. Вот это экстрим! Осталось лишь понять, как мне... Стоп! Это остановит беглецов! Нет, герой, не надо! Только не мяч! Прыжок просто отпад, герой! Кажется, цирк уже здесь! Эй, они мне нужны! Удачное приземление! Ты молодец! Все будет в порядке, если мы успеем спуститься на землю. На помощь! Что это был за звук? Посмотри на крышу и узнаешь. Что? На помощь! Спокойно, мы тебя спасем. Я готова прийти на выручку. Прости, зверек слишком увесистый. Рокки, построишь спуск для бегемота? Будет сделано! Я же мастер на все лапки! Готово! Так, Дэнни, пусть она съедет вниз на скейтбордах! Герой, ты же сможешь, правда? Давай, я в тебя верю, смелее! Мы нашли ее, мама Дейзи. Оу, это было здорово. Благодарю тебя, Райдер. Ну что ж, отважный дуэт Икс справился. По-моему, вы заслужили выход на арену цирка. Ура! Молодчина! Вы спасли наше шоу, щенки! Обращайтесь! Нужен цирковой номер, просто... Позови! Уберите же его! Ну, конечно! Наверное, это детеныш осьминога. И она разглядывает все розовое и то, что напоминает его по форме. Нужно быстрее вернуть малыша маме. Удачи в попытке облепить его. Может, поманить малыша чем-то вкусненьким? Отличная идея! Ух ты, почти ничего не осталось. Не смотри так на меня. Сладенький ананасик, смотри. Иди, попробуй.
Отлично, он уже сыт. Мне не стрясти это создание. Трясти? Эй, я нашел смешную погремушку на морском дне. Может, она его? Что он там делает? Тянется к погремушке, как мы и хотели. Осторожней, Хомдингер! Нам нужна эта погремушка. Я найду ее. Как? Металлоискателем. Ты уверен, Рокки? Тебе придется нырнуть и намокнуть. Если нужно намокнуть, чтобы вернуть осьминожка маме, я согласен. Ты молодец, Рокки. Погремушка упала вон туда. Отлично, я справлюсь. Металлоискатель! Ты нашел ее! Ты великолепен! Эй, это всего лишь вода! Так, щенки, миссия еще не окончена. Мне нужно увеличительное стекло, чтобы осьминог мама увидела малыша. Но где же найти увеличительное стекло? Возьмем эту чашу. Эй, мам, смотри сюда! Надеюсь, мама не так голодна, как этот малыш. Она не голодна, она просто скучает по ребенку. Итак, Зума, беги и греми. Вот так, за нами. Хватит, Зума, мы достаточно далеко. Вот это обнимашки. Щенячий патруль ждет твоей команды, Райдер. Хорошо, Карлосу нужна помощь. Да, я хочу увидеть, как вылупится змеята, не побеспокоив их маму. Для этого мы построим настил на дереве прямо над гнездом. Скай, твой вертолет поднимет доски на дерево. Небо зовет в полет! А еще ты поднимешь наверх плотника. Рокки, твоя задача – закрепить доски на ветках. Даю зеленый свет! Я слышу тебя, Рокки. Я тоже, но не очень хорошо. О, нет, Рокки потерял голос. Он не может достать отвертку. Воды! Матео может подлететь к Рокки и изобразить его голос, чтобы достать отвертку. Точно! Сейчас! Матео, хочешь крекер? Крекер! Лови крекер, Рокки! Ну же, съезжай! Ну! Андала, амиго! Скорей! Рокки, нужно, чтобы Матео произнесла слово «отвертка». Матео, скажи «отвертка». Давай! Да, долг зовет, крепыш, вперед! Отвертка! Готово! Отвертка! Отвертка! Ты справишься, Рокки! Vamos, amigo! Скорей! Умница, Матео! Теперь скажи «молоток». Молоток! Молоток! Карлос, если решишь что-нибудь построить, только свистни! И мы мигом его построим! Я слышу, как кто-то вылупляет!
нравится? Получилось! Молодец, Рокки! Эй, Маршал, ветка должна тебя выдержать! Да, потому что мой ошейник не допустит ничего плохого! Спасибо, что так быстро, Гончик. Ты должен быть готов, если Маршал и Хути упадут. Ну, конечно, Райдер. Трос. Выдающееся спасение зовы, Маршал. Спасибо, капитан. Ой. Гончик, давай! Трос назад! Ух ты! Повезло, что там была ветка! Этот ошейник просто чудо! Ладно, Маршал, теперь иди к нам! Кажется, мне долго придется идти в обход. Зума, нужна твоя воздушная подушка. Надо помочь Маршалу на воде. Ныряй глубже. Я перевяжу тебя на базе. О, ошейник. Так, я достану. Нет, Маршал, это опасно. Да ерунда. Я просто... Ух ты, ошейник счастливый, даже когда я не в нем. Молодец, спасибо, Рокки. Ну, Маршал, мы тебя вытащим. Гончик, а ты когда пришел? Маршал, я был здесь все. Фу. Поймал, Маршал. Наверное, это все твой ошейник. Нет, ошейник приносит удачу. Это мои отличные друзья. Райдер, спасибо, что помог спасти Хути и что спас меня. Ты же знаешь, Маршал, если попал в беду, только свистни!